Здравствуйте! Это программа «Новости». Сегодня о новостях. Сегодня в нашем городе приземлился самолет Boeing 777 авиакомпании КЛМ. Это главная новость. Сейчас наша корреспондентка Снежана передаст нам все из аэропорта Кожевниково города Максимовск. Здравствуйте, это я, корреспондентка Снежана. Сейчас в нашем аэропорту приземлился этот замечательный самолет. Сейчас мы его вам покажем. Вот этот самолет. Он сейчас стоит. Скоро будут выпускать первых пассажиров, которые прилетели из Амстердама. Это главная новость. Всем спасибо. До свидания.